Ребята, мы продолжаем наш блиц-опросник такой небольшой. Со мной ребята из замечательной заводной группы Жан Рэм. Вот они здесь. Привет. Рад, что могу с ними, как с другими, пообщаться неформально, задать несколько вопросов. Ну, надеюсь, ребята, вы будете честны. Абсолютно. Ну все, поехали. Скажите, каково это быть финалистом фестиваля Emergenza? Финалистом фестиваля Emergenza быть просто очень здорово. Это большой почет и это долгий путь. Здорово. Трудно и здорово. На этом вы, я так понимаю, естественно, не останавливаетесь далеко, то есть независимо от результатов, рвете дальше. Конечно, мы идем дальше, всегда. Молодцы. Но как вот честно так между нами, на Германию настроены? Настроены. Отлично, я рад этому парню. Главное, чтобы именно через себя этот настрой пропускать. Скажите, ребята, вот тоже вопрос, кстати, волнует не только меня, мне даже просили его задать вам именно потому, что действительно интересно. Что представляет собой музыка, которую вы играете? Вот именно повлияли ли на вас какие-то группы? Или чисто вот вектор вашего развития какой-то творческий? Конечно, на нас повлияло очень много разных групп, я не буду их сейчас здесь перечислять. Наша музыка представляет собой гитары, рок, много энергии, обязательно любовь и немножко электроники. Эксперименты с синтами, всегда мы это так называем. Но вы своим творчеством, как сказать, просто хотите донести положительные эмоции до зрителя или все-таки заставить его задуматься над чем-то? Не, у нас определенно есть мировоззрение. Мы всегда стремимся к тому, чтобы люди чувствовали, что жизнь она одна и что ее нужно проживать по-настоящему. Нельзя размениваться по мелочам и не нужно идти путем, который тебе диктует общество. У каждого свой путь и каждый, если захочет, он может им идти. Такая маленькая-маленькая нотка антисистемщины. Антисистемщина! Анархия! Ну что, парни, еще буквально пара вопросов. Скажите, вот честно, мы стараемся работать над ошибками. Ваше впечатление об организации о нашем фестивале? Все очень на высоте. Все очень отточено по времени, по технике, персонал, все очень хорошо. Ну, то есть вы довольны, да? Вот так должен выглядеть качественный фестиваль. Да, ну я, как и всех, благодарю вас также за эти отзывы, потому что максимально мы стараемся и плюсы, и минусы собирать, работать над ошибками, дабы совершенствоваться дальше. И финальный вопрос у меня для вас на сегодня. Ваша группа что-то почерпнула для себя из фестиваля? Или это вот для вас просто вот ступенька в творчестве и все? Очень много. Очень. Это просто, это я говорю, это с первого четвертьфинала и до финала, это такой путь, когда ты просто растешь. Очень хорошо, что персонал фестиваля Emergenza, который его организует, он помогает в этом, он постоянно дает обратную связь и в форме мнения, ну, мнение очень правильно. Нам очень помогла эта обратная связь, мы сильно выросли. Сегодня у вас, парни, достойные соперники, в финале все-таки немало команд. Вы готовы к борьбе? Конечно. Мы пожелаем всем удачи. Ну что ж, первая команда, которая желает всем удачи. Ребят, спасибо вам огромное. Искренне спасибо. Желаю вам взрывного сета, отличного зрителя, ну и самое главное, теплого зала. Вот спасибо да. за интервью.